Соболева посмотрим здесь. Я его видел, конечно, но мне есть что сказать. Я музыкой занимался больше, чем тебе лет. Подождите, еще все видно, да. Первый раз смотрю. Он, видимо, решил, что он уже на Олимпе. За хуёвый рифм он поясняет тем, что это не коммерческий рэп. Он говорит, что не знает меня, но знает обо мне многое, клоун. На критику он со своей жёнышкой любит отвечать оскорблениями. Любите обзываться, обезьянки? Кто такой Шимура? Вы огребаете. Я куплю твоей жене наборник, чтобы ей поменьше гавкать, ведь она не может помолчать. Цепи сорвал и шапка, драка намечается, парни позвать не будет толку. Шин на разборке берет свою тёлку. Этому дебилу ролик заблокировали. Ему похуй на правила, он тычет на меня. На страйке причина, но читать он не умеет. Лучше выпили суёба. Спасибо, Даня! Этому педрили 29, заявляя, что рэпом занимается уже 20 лет. Господи, берегись, 9-летний рэпер ща разъебал противников и палит на бите. Ты наёбываешь всех своей фейковой любовью. Ты наёбываешь зрителей любовью. Это скажет. Я вас люблю, только лохните рекламу, где гейсы вас наебывают так же. Тебе похуй на зрителей, кормишь их калом. Только по опосте статистика канала. Создал себе миро, которым ходят королевы. Наебываешь школьников, кому какое дело. Лиза Алоэ. Короче, Даня неплохо делает, но я бы на его месте вот делал, как я. Я пишу текст и отправляю кому-нибудь на редактирование, чтобы типа он пиджи получился. В этом нет ничего зашкварного. Я как бы... Ну, это нормально для того, чтобы у тебя пиздатый продукт получился, прям, который в массы пойдет. Но нельзя делать, короче, ролики на своих подписчиков. Нужно делать для своих подписчиков, типа. Нужно делать ролики как для всех. Нужно захватывать максимальное количество аудитории. Как бы, и я это делаю, да, типа, клипы, там, минимум по 10 там 12 миллионов собирают. И это коллективная работа. Просто у него проблема иногда с ритмикой, с рифмой. На рифму похуй уже, 2017 год. С ритмикой, местами, с построением текста мне не всегда нравится. То есть я слушаю вот сейчас это, и это мне не заедает. Нужно и проще местами, и как бы и сложнее. Нужен компромисс. А здесь он что-то говорит, я ничего не запомнил. Нету за что зацепиться. А это очень важно. Нужно, даже если пишешь хуёвый рэп, да, вот как у меня бывает, то тебе нужно сделать так, чтобы этот хуёвый рэп напевали даже те, кто тебя ненавидит. Потому что, ну, ты сделал так, что засел в голову этим людям. Они такие, ёбаный Джарахов, блядь, мой ел, так, это мой ел, сука, как заел. Ну, давайте дойдем до припева, если он здесь есть. Для тебя это игры, ну хуй тебе по ним позаписывать лосплеи. Оценивает внешность, но прячет ебало. Твой конченый рэп это завтра для дауна. Наброшка латы, чтобы все уважали. 30 почти, но характера мал. Ты живи в своем мире, где будто звезда. Ты наебывай всех пиздатой рекламой. Смейся, тошно, прячься. Крики дикей, не шутка, дикей. Это 30 лет, таланта много. Жена лижет ему жопу. Все страшилы, он красавец. Интеллект на череп. Нахуй Шира, нахуй гейсы, проводите Шима, детство детям скажем, что семьям их, что активность. Эти реалы 30 лет, таланта много, жена лишит ему жопу, все страшилы, он красавец. Интеллект на череп давит, нахуй Шира, нахуй гейсы, проводите Шима, детство детям скажем, что семьям их, что активность. Эти реалы. А теперь интересно, кто такой Шима.